доказал все обвинения, но не смог объяснить, откуда на его личном счету появились миллионы долларов. Наверняка это просто канцелярская ошибка, язвительно заметила Джао Юнжу, директор Тай Юн Медикал, после официального объявления о сделке, которая значительно увеличила долю Тай Юн на мировом рынке. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ВИК. Теперь о Китае. Продолжают поступать подробности о смелом маневре биотехнологической корпорации Тай Юн Медикал. Как сообщают источники, этот мультинациональный гигант успешно приобрел шотландскую конкурирующую корпорацию Эрфонтех. Как только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции Эрфо сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог объяснить, откуда на его личном счету приобрел шотландскую конкурирующую корпорацию Enprotech. Как только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции Enpro сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог объяснить, откуда на его личном счету появились миллионы долларов. Наверняка это просто канцелярская ошибка, язвительно заметила Джао Юнжу, директор Тай Юн Медикал, после официального объявления о сделке, которая значительно увеличила долю Тай Юн на мировом рынке. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ВИК. Теперь о Китае. Продолжают поступать подробности о смелом маневре биотехнологической корпорации Тай Юн Медикал. Как сообщают источники, этот мультинациональный гигант успешно приобрел шотландскую конкурирующую корпорацию Enprotech. Как только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции Enpro сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог объяснить, откуда на его личном счету появились миллионы долларов. Наверняка это просто канцелярская ошибка, язвительно заметила Джао Юнжу, директор Тай Юн Медикал, после официального объявления о сделке, которая значительно увеличила долю Тай Юн на мировом рынке. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ВИК. Теперь о Китае. Продолжают поступать подробности о смелом маневре биотехнологической корпорации Тай Юн Медикал. Как сообщают источники, этот мультинациональный гигант успешно приобрел шотландскую конкурирующую корпорацию Enprotech. Как только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции Enpro сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог объяснить, откуда на его личном счету появились миллионы долларов. Наверняка это просто канцелярская ошибка, язвительно заметила Джао Юнжу, директор Тай Юн Медикал, после официального объявления о сделке, которая значительно увеличила долю Тай Юн на мировом рынке. Прямой эфир вела Эли. Из Акасан. Новости ВИК. Теперь о Китае. Продолжают поступать подробности о смелом маневре биотехнологической корпорации. Тай Юн Медикал. Как сообщают источники. Этот мультинациональный гигант успешно приобрел шотландскую.
шотландскую конкурирующую корпорацию Enprotech. Как только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции Enpro сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог объяснить, откуда... Мила тут у тебя. Пожалуйста, я не хотел. Где Меган Рид? Рид, я не знаю. Хватит врать, Джао. Вы похитили ее вместе с командой. Я знаю, что вы планируете уничтожить Шариф Индастрис. Шариф! И я знаю, что ты работаешь с тем ублюдком, который оставил меня умирать. Итак, где Меган? Нет, ты все не понял. Ты думаешь, что я за всем стою, но это не так. Я просто наемный работник, как и ты. Ты глава мультимиллионной мегакорпорации. И что, это меня защитит, думаешь? Эти люди, они серьезнее, чем Шариф. Больше, чем Тайюн. Рядом с их амбициями я ничто. О чем ты? Шариф знает. Спроси его. Он думал, что может защитить свой персонал при помощи подкожных датчиков Ноэти. Они легко манипулируют глобальными процессами. Один звонок в пик, и сигнал от имплантов пропал. Я думала, они прислали тебя убить меня. Помоги мне. Пожалуйста. Если ты смог сюда пробраться, то сможешь защитить меня, правда? Ты... Ты сможешь защитить меня, правда? Ха! Мужчины вечно недооценивают женщин. Адам, что ты там натворил? По всему зданию тревога. Убежище. У нее здесь настоящее убежище. Ну и что? У меня тоже есть. Есть, сэр. Вас понял. Я все слышу. Выходи. Где ты? Дженсен, я скоро буду готова тебя забрать. Ты уже в окрестностях их ангара? Сейчас туда направляюсь. Прекрасно. Открой основные ворота, или твое спасение затянется надолго.
Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Пожалуйста, отключите охранных роботов перед тем, как открывать ворота. Ворота ангара заперты. Неверная последовательность пропуска. Access granted. Ворота ангара разблокированы. Охрана отключена. 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 Ворота ангара разблокированы.
Охрана отключена. Ворота ангара разблокированы. Охрана отключена. Дженсен, пора сваливать обратно в Детройт. Запрыгивай. Мы не летим в Детройт. Что? Мы летим в Монреаль. По дороге объясню. Да уж постарайся. Ты знаешь, что делаешь? Это же не какая-то мелкая станция кабельного ТВ. Джао упомянула Элизу. При звонке в пик. Получается, что в этом замешана Элиза Касан. Ты не думаешь, что это несколько натянуто? Самая знаменитая ведущая новостей и отряд наемных убийц вместе. Спорить по мелочам будем потом. Сейчас выкини меня на крышу башни. Дальше я сам проберусь. Дженсен, это Причард. Малик говорит, ты хочешь получить координаты Элизы Кассан. Если тебя не затруднит. Отнюдь. Я обошел системы защиты и смог вытащить трехмерную модель здания. Ее офис в башне, номер 404. Уже в пути. Access granted.
следы австралийских. Ну, попытку. Повстанцев, вставших на сторону Китая и требующих, чтобы Южная Австралия... Дженсен, что-то не так. Пик — круглосуточная новостная сеть, но сейчас там никто не берет трубку. Сообщу тебе все, что выясню.
Ричард, похоже, отсюда все сбежали. И очень торопились. Кто-то сначала включил пожарную тревогу, а потом заглушил ее. Рекомендую тебе быстро найти мисс Касан и тоже делать ноги. Access granted. Здравствуй, Адам. Мисс Касан, Джао предупредила вас обо мне? Пожалуйста, зови меня Элизой. Нет, Джао Юньчжу мне ничего не сказала. Она не знает, что ты обнаружил эту связь. А как ты догадалась? Я за тобой уже давно слежу. С тех пор, как получила приказ нарушить спутниковую связь над Детройтом
полгода назад. Когда схватили команду Меган, ты отключила датчики позиционирования. Да. Хотя я пришла к этому выводу гораздо позже. И это меня пугает. Хотелось бы продолжить этот разговор, но боюсь, они в курсе твоего присутствия здесь. Если уйдешь прямо сейчас, у тебя все шансы скрыться. О, я уже ухожу, но ты пойдешь со мной. Мне жаль, Адам. Правда, жаль. Дженсен, убирайся оттуда немедленно, живо! Причард, скажи, что ты тоже это видел. Позже. Прямо сейчас я вижу несколько радиосигналов, и все они движутся к тебе. Это ловушка! Мы это знали. Я не уйду без Элизы Касан. Найди ее, а я пока придумаю, как спуститься вниз.